Еще в 18 веке англичане в целях продления срока службы кожаной обуви изобрели съемные стельки. С тех пор стельки приобрели почти первостепенное гигиеническое и даже терапевтическое значение. Однако европейская традиция носить обувь почти круглосуточно противоречит опыту китайской медицины, который гласит: по земле лучше ходить босиком. Стопа человека имеет биоактивные зоны, которые как бы представляют карту человеческого организма. И поэтому при умеренном массировании этих зон при ходьбе босиком нормализуется работа органов. А магнитное поле Земли стабилизирует и корректирует магнитное поле человека и улучшает кровообращение. Разработчики медицинского оборудования сумели найти золотую середину и создали магнитные стельки BioMag с эластичными шипчиками для массирования биоактивных зон стопы. Усиление иммунитета, снижение артериального давления при длительном использовании, снижение уровня сахара в крови, укрепление стенок сосудов и многое другое – все это реальные достижения при использовании магнитных стелек BioMag. Пользоваться стельками проще простого. С их оборотной стороны нанесены контуры, соответствующие разным размерам ноги. Просто обрежьте стельки по вашему размеру и носите. Минут по 10 по утрам и в течение дня 2-3 часа.